Коллекция, на первый взгляд, пугающая, но только для обычного посетителя. Почти беззубые, с пустыми глазницами, черепа уже больше века находятся здесь. Привез их сюда тогда еще в Донской университет в 1917-м русский анатом профессор Константин Яцута. Который до этого заведовал кафедрой анатомии в военно-медицинской академии в Петербурге. В 17-м году он по конкурсу прошел сюда, в Ростов, и в 17-м году он прибыл сюда на заведование кафедрой. Привез в Ростов он немножко, 700 черепов, так как его диссертация докторская посвящена была строению черепа, аномалиям, развитию. Здесь же в 1917 году профессор Яцута основал музей кафедры нормальной анатомии. Сначала среди экспонатов были только человеческие черепа, потом коллекцию пополнили органы и скелеты. Один из них после войны в 1945 подарила сама Клементина Черчилль. Супруга британского премьера-министра привезла в Ростов медицинское оборудование и лекарства для двух госпиталей. Эти части человеческого тела для медиков еще и уникальные препараты, которыми по сей день пользуются на практике студенты медвуза. Например, профессор Николай Агапов, специалист в области челюстно-лицевой пластической хирургии, завещал родному мединституту отпрепарировать все органы своего тела. Но взяли только мозг и сердце, так как жена и дочка были очень обеспокоены этим завещанием. Профессор умер от инсульта в 1966 году. Внутримозговое кровоизлияние под черепом выглядит запекшейся кровью. Для сравнения, в витринах сердца животных – дельфина, лошади и быка. Такие натуральные препараты долгое время могут храниться только в спецжидкости из воды, спирта, глицерина, формалина и соли. Кстати, для бальзамирования тела используется примерно такой же раствор. В 1924 году основатель этого музея Константин Яцута участвовал в бальзамировании вождя пролетариата Владимира Ленина. Шприц, которым проводили процедуру, профессор привез в Ростов. Образование, наука и клиника – на этих трех китах уже 90 лет держится Ростовский медуниверситет. Рост ГМО – один из двух медвузов страны, имеющий большую клиническую базу для обучения будущих врачей. Одна из крупнейших многопрофильных больниц Ростовской области – это вот клиника университет. Конечно, одной тысячекоечной клиники для подготовки 7 тысяч студентов мало. У нас базы во всех крупных клинических больницах города Ростова и не очень крупных фактически. Но эта клиника что дает? Во-первых, преподаватель, врач, он должен постоянно работать как врач. Второе, это наша собственная клиника. Мы тот режим устанавливаем, который считаем необходимым для студентов. Все сотрудники кафедры детских болезней номер 2 сочетают преподавательскую деятельность с работой в практическом здравоохранении. Просто мы по-другому не понимаем, как можно преподавать, если ты одновременно не занимаешься лечением пациентов. Развитие симуляционного обучения сегодня одно из приоритетных в ВУЗе. Образование врача проходит через классическую цепочку. Теория, симулятор-манекен и только потом пациент. На территории МЕДа есть свой симуляционный центр. Они позволяют проводить кардиохирургическую виртуальную операцию. То есть приходит человек учиться, предположим, взял, у него есть с собой флешка, где есть информация о коронарографии какого-то больного. Вставил и провели виртуальную операцию. Это мощный очень компьютер, где несколько экранов. Ну, фактически он повторяет операционную, рентгеноперационную. У нас есть симуляционный центр в НИАПе. Я каждый день радуюсь тому, что я выбрал медицину. И очень благодарен своему учителю, профессору Бойко Алле Николаевне, за то, что на четвертом курсе
Она увлекла меня педиатрией, и если бы мне пришлось второй раз выбирать специальность в медицине, я выбрал бы только педиатрию. Врачебной династии Ростовского медуниверситета насчитывают 4 десятка фамилий. Среди известных – Бухановский, Пакус, Авроровы, Акоповы, Котельницкий, Шовкун, Шлык. Я второе поколение врачей. У меня дочка старшая – это третье поколение уже врачей. Может быть, она уже династия. Но сын у меня не стал врачом. Он в юридическом вузе учится сейчас. Младшая дочка не знаю, кем станет. Она еще 6 лет ей. Но на самом деле, когда ты из семьи врачей, и у тебя один или два родителя врачи, то у тебя нет иллюзий. Медицина, женщина такая, она очень ревнивая, и она очень плохо относится, когда не полностью себя посвящаешь этому.